Это предгорье Заилийского Латау. То бишь малый город. Наш клиент, мы его обслуживаем. Там вообще все сделано в западно-швейцарском стиле. Супер. Аня, у тебя видео есть? Нет, у меня нет видео. Да. Он снежный пор, видите? Да. Он в горах снег, видите? Снега много, поэтому в городе, когда солнце уходит, прохлада приходит в город с ледников, с гор. Все уже в полном разгаре. Шашлык. Еще несколько лет назад дорога на большое озеро Алматинское была в достаточно плохом состоянии. Но городские власти буквально пару лет назад положили асфальтовую дорогу, мне так сказали, друзья, где-то можно спокойно, с комфортом передать. Потому что потом мы пойдем уже туда, приблизимся, будем в горном серпантине. В нашем распоряжении два дастера и потрясающая, просто неописуемая красота горных вершин. Мы уже поднялись на высоту облаков. Если я покажу вот так чуть дальше, там видно белую пелену этих облаков. И сейчас мы на высоте, где снег уже не тает. Это просто супер. Автоматически, когда видел сам,